Вкусняшки, вкусняшки. Кисюли, вкусняшки. Вкусняшки, вкусняшки. Вкусняшки. Друзья мои, привет! Мы с вами на Батумском бульваре. Ну, вот я изменил свои традиции не подкармливать животных, которые я снимаю. Но вот этого кота, вот смотрите. Знаете, ну, знаете, смотрите, какие глаза у него, друзья мои. Ну, это невероятно. Я пришел на бульвар, значит, чтобы его подкормить. И тут сбежала целая компания. Это тоже красавцы. Посмотрите, друзья мои, какие они. Они обалденные. Ну, подожди, слушай. Это мой хороший. Да. И у меня в руках вот сосисочка. Вот она. И еще вторая. Одну я уже скормил. И сейчас мы с вами попробуем, значит, подкормить их, да? Вот на этом подиуме. Вот. Ну, сейчас будем подкармливать, друзья мои. Кс-кс-кс-кс. А ну давай сюда, Моди. Вот ты давай, Моди. Давай сюда. Так. Вот сюда положим, да. Смотрите, как он сейчас лапой достанет. Вот сюда положим. Нет, нет, тебе хватит. Вот тебе, да. Вот тут 4 сразу, друзья мои, посмотрите, какие красавцы. Если кто-то хочет домой взять, они вполне ручные, они даются гладить. Да, мой хороший, да. Рыженький, вот персиковый, абрикосовый, вернее. Ну, а вот этот чубась, прям чубась. Вот этот шустрый, смотрите, вот этот, на болотного. Вот этот кот похож окрасом на болотного. И это тоже чуть-чуть, но вот этот больше. Вот этот, он самый смелый, сам, и он самый толстый. Это мальчик, и вот это мальчик. Давай, мухавши, на. Да. Давайте его с рук покормим, что ли, этого мальчика болотного. Смотрите, что делает. Прям он, прям мою руку хватает своей лапой. Ну что, не хочешь взять? На, на. Вот, смотрите, взял, все. Вот такая история, друзья мои. Я стал кошатником, нет. Но они очень симпатичные, фотогеничные. Вообще, кошки у меня были только в детстве, на даче. Был кот Васька. Гениальный. Но он, подлец, был хищником. Этот Васька утром, мы с бабушкой выходили, значит, из дома. И на пороге лежали птички, убитые Васькой. Вы представляете, он складировал, он прям трясогузки там, какие-то вроде синички. Представляете, что делал? И один раз его мы по просьбе, так сказать, бабушки, Юра, у него была машина, там, он взял Ваську в мешок, отвез на станцию Соколовка и выпустил там, ну, на волю, как говорится. Что вы думаете, через двое суток Васька пришел снова. И снова появились птички. Ужасно. Вот, ну я вот сейчас подкармлю вот этих котов. Они такие прекрасные. Смотрите, какой красавец, друзья мои. Да, да. И ты тоже, ты вообще звезда. Вот ты. Слышишь? Ну ты только суетливый. И толстый. У тебя такие эти бока, брюшко такое выросло. Он очень красивый, друзья мои. Давайте его погладим. Вот, видите, он спокойно дается гладить. Это тоже дается гладить. Да, муха, да, вы все прекрасные, да, да. И это тоже дается гладить, друзья мои. Смотрите, какие, смотрите, у него глаза такие. Он крупненький и очень чистенький. Они все чистенькие кошечки эти, коты. Вот, 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 вот. Вот. А ты у нас кто? Ты кот или кошечка? А, тоже кот. О, прекрасно. Прекрасно, тоже кот. Так что, друзья мои, приходите на бульвар, берите котов, кормите их. Они спасают Батуми от крыс и мышей. Все, пока-пока, уж Николай Руханзе, ненормальный. Батуми, Аджария, Грузия. Все, увидимся.